Апрель удивляет перепадами температур, но никакая непогода не собьет заданного месяцем частоты курса. Работы по благоустройству города идут ежедневно. Уборка мусора возглавляет топ актуальных сезонных тем. Сотрудники службы содержания и благоустройства территории прогребают газоны вручную, убирают мусор и старую листву. После зимы внимания требуют металлические каркасы скамеек. Их покрывают свежим слоем краски. Порядок во дворах наводят и управляющие компании. Разъяснительная работа ведется с собственниками торговых точек, которые несут ответственность за внешний облик своего объекта и достойный вид территории вокруг него. Из главного на повестке также дорожный вопрос. Повсеместно картами ремонтируют асфальтовое покрытие, обновляют разметку, красят и моют остановки. С начала месяца в округе прошли уже 2 субботника. Более 2000 человек приняли участие в уборке общественных территорий и точек притяжения. Всех жителей приглашают присоединиться к общегородскому субботнику уже в эту субботу, 20 апреля.